Сегодня мы рисуем собачку порода Basset Hound. Начинаем отмечать, где у нас будет голова, бровки, глазки и так далее. Глазки приблизительно определяем. Положение носика, длину мордочки, собачка у нас будет с открытой пастью, Хаунда есть брыли, складочки на мордочке и большие красивые уши. Начинаем прорисовывать, обозначать места, линии.
Теперь у нас будет вырисовываться наш язычок. Вырисовываем наши глазки, носик прорисовать, язычок, складочки. Складочки на ушках. Еще немножко подправим ушко. Basset Hound готов.